Приветствую вас на канале Елена Мирсемяна Цветов. В этом видео расскажу про эффективный и проверенный способ реанимации роз после неудачной зимы. Друзья, перед началом видео приглашаю вас присоединиться в телеграм-канал, где создала группу, в которой можно общаться, делиться фотографиями своих цветов и клумб, задавать вопросы по выращиванию растений. Также приглашаю заглянуть на сайт семян и растений, которые я предлагаю из своего сада. Ссылку на телеграм-канал и сайт оставлю в описании под видео и в комментарии. В этом году у меня плохо перезимовала корнесобственная роза. Ее побеги почернели. Но я не расстраиваюсь, так как есть способ, который поможет ей быстро восстановиться. Этот способ подходит для реанимации любых роз, привитых и корнесобственных. Первое, с чего нужно начать, это обрезать черные побеги до зеленой части, если она имеется. Если зеленых побегов нет, все черное, то необходимо резать до здоровой ткани. Срез должен быть белый. С обрезкой не стоит спешить, лучше подождать, когда прорастут почки, так как не все розы оживают после зимы в одно время. Какие-то просыпаются раньше, а другие позже. Сейчас можно обрезать только явно мертвые черные ветки, а позже еще обрезать, когда набухнут почки. Если побеги все черные до прививки и нет зеленого, то скорее всего такие розы уже не оживут, или снизу начнет прорастать шиповник. Вырезаю все черные побеги. Из всего куста только у одного побега нижняя часть зеленая, остальные все черные. Срезы все нужно замазать садовым варом. Далее вокруг куста делаю небольшую бороздку и поливаю цирконом из расчета 1 ампула на 10 литров теплой воды. Выливаю по 2-3 литра на куст. Когда все впитается, бороздку заравниваю. Розу накрываю черным горшком. Под ним быстрее появляются почки. Через неделю нужно будет опять сделать бороздку вокруг куста и полить сульфатом магния. Он послужит мощным восстанавливающим средством для роз весной. Очень быстро пробуждает спящие почки в месте прививки. Сульфат магния разводят 15-20 грамм на 10 литров теплой воды. На один куст выливают 3-4 литра. После этого снова розу нужно накрыть черным горшком и ждать прорастания почек. Именно эти два препарата помогут восстановиться розам после зимы. Спасибо за просмотр. Если видео вам было полезно, ставьте лайки, пишите любые комментарии. Мне будет очень приятно. Подписывайтесь на другие мои каналы и соцсети. Ссылки оставлю в описании под видео и в комментарии.